Всем привет, ребята! И сегодня будет необычное видео. Сегодня я хочу попробовать отредактировать персонажей из утиных историй. Вот сегодня я хочу сделать так, как было в старой версии, и попробовать сравнить. Пока я буду делать первого Скруджа Макдака, хочу поговорить, обсудить с вами новые утиные истории. Я посмотрела их, наверное, на этой неделе, первый раз. Могу сказать, что сделали неплохо, но... Опять, мне не нравится графика, вот поэтому я и склоняюсь больше к первому, ну, к старой версии, чем к новой, потому что вот из-за графики, и половина персонажей переделана. Как я уже говорила ранее, переделали персонажа Гандру Ди и Фентона. Фентон вообще должен быть белого цвета. То же самое могу сказать про Гандру. И она должна быть блондинкой, а не брюнеткой. Вот это вот мне и не понравилось. Сейчас я максимально попробую их обработать и посмотреть, что у меня получилось. И вот что у меня получилось, мне кажется, что очень даже ничего вышло. Теперь я полностью попробую обработать Фентона так, как он выглядел в старой версии. Особенно глядя на его костюм. Его пиджак был фиолетового цвета, и на нем была одета желтая рубашка и какой-то там галстук. Темно-фиолетовый, не знаю цвета. Ну, как по мне, получилось неплохо. Мне кажется, они очень даже похожи и схожи со старой версией. Дальше я попробую обработать Дональда и Дейзи. И знаете, когда я смотрела третий сезон, мне очень понравилась их сцена в лифте. Я не ожидала, конечно, что получится так, что они якобы не знакомы и все по новой, как они типа познакомились. Но мне это очень понравилось. И знаете, из всех уток мне понравилась Дейзи. Думаю, многие в детстве помнят, как они выглядели первоначально. Дальше я решила подделать костюм Поночки. Особо менять ничего не надо, но только добавить обруч и поменять цвет жилет. Когда я увидела ее в новой версии, это кошмар какой-то, это не ребенок, это атомная война. Ну, мне кажется, немножечко похоже. Обруч, конечно, немножечко получился кривоватым. Дальше, когда я увидела Винта Разболтайла, это было что-то. Ну, по крайней мере, мне удалось преобразить его так же само, как в старой версии он показан. Ну и я постаралась сделать так, чтобы было схоже, как в старой версии. И последнего персонажа, которого я решила еще раз преобразить, это Гандру Ди. Это единственный персонаж, который вообще на себя не похож в старой версии. Я ж, как уже сказала, она должна быть блондинкой с длинными волосами. У нее должна быть белая кожа и голубое платье. А так чисто тоже чужой персонаж просто. Вот за счет ее новой внешности я ее разлюбила, потому что в старой она красивая. Ну, здесь, ну, девочка-пацанка. А так, в принципе, нормально. И вот, что у меня получилось. Напишите, какая лучше, которую я обработала, или все-таки, которую по новой сделали. Какая вам нравится версия. И напишите, пожалуйста, в комментарии, какого персонажа вы хотите, чтобы я еще обработала из этого мультика.